Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, наши клиенты, наши конкуренты. Вас приветствует компания Arbat Homes. Я Татьяна Пикер из Солнечной Алании. Мы снова сегодня в Махмутларе. Сегодня на повестке дня квартира 2+1, стоимость 77 тысяч евро. Даже не одна, а две квартиры по стоимости 77 тысяч евро. Дом новый, хорошая инфраструктура. И это местоположение, какое интересно у нас, это город, античный город Наула, который находится рядышком совсем здесь. Поехали квартиру смотреть. Наконец-то мы в квартире, показываю дверь. Отлично, вас никто не украдет. 115 квадратных метров, это пятый, фактически шестой этаж. Есть такая же квартира с выходом на ту же южную сторону, этажом ниже, на четвертом или вашем фактическом. Очень понравилась эта квартира. Во-первых, дом новый, только сдали в эксплуатацию, и мебели, техники здесь нет. Только, посмотрите, чистовая отделка. Коридор, вот можешь сюда пройти, показать? Здесь после колонны есть вот такая вот огромная ниша, вы просто устанавливаете у себя шкаф, и все, проблема со шкафами в спальнях уже решена. Конечно же, дорогие мои, это отдельная кухня. Дамы, 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 это отдельная кухня. Ой, замечательная, все блестит, правда, немножко пыльно. Ну, я думаю, что перед тем, как въедут сюда новые хозяева, старые хозяева, обязательно сделают здесь уборку. Все ниши для встроенной бытовой техники имеются. Кухня большая, квадратная, светлая, и есть у нас выход на балкон. Сейчас я на балкон выходить не буду. Дальше будем смотреть гостиную и две отдельные спальни. Выходят все окна на южную сторону. И также с правой стороны открывается прекрасный вид на античный город Наула. Это значит, что там никогда не будет никаких застроек. Пойдемте дальше смотреть спальни наши. Это у нас гостиная больших-больших размеров. К сожалению, свет не можем включить, счетчики на воду, на электричество пока не подключены, потому что дом у нас новый, новый хозяин будет оформлять все это на себя, соответственно, с нашей помощью. Смотрим, на полу у нас ламинат, а в коридоре и на кухне плитка, очень симпатичная. Также имеются выводки для кондиционеров в каждой комнате, и очень удобно, что на самом балконе у вас не будут блоки от кондиционеров, а есть специальная ниша, куда вы это все установите, будете наслаждаться видом. Поехали дальше, спальни другие посмотрим. Напоминаю планировку, от входа у нас кухня, это гостиная, две спальни, два санузла. Имеется домофон, к сожалению, не могу включить свет, показать вам, есть ледовое и точечное освещение. И потолки, дорогие мои, очень высокие. Имеется санузел небольших размеров, но все присутствует, вся сантехника, душевая кабина, все это установлено. Давайте мы с вами начнем вот с этой спальни. Площадь небольшая, двуспальная кровать, одна тумбочка, и вот в эту нишу у вас обязательно поместится шкаф. Розеток много. Кстати, часто пишите в комментариях розеток. Даже вот, я думаю, что оператор у нас покажет. Не будет недостачи. Выход имеется также на этот же большой балкон. И вижу отсюда горы, и вижу отсюда кусочек моря и наша античная Наула. Пойдемте посмотрим следующую комнату. Вот она, родительская спальня, тоже небольших размеров, но в спальне вы будете только ночевать, соответственно, поэтому вся другая полезная площадь у нас на кухне, на балконе и в гостиной. Видим, здесь у нас плиточка, здесь у нас ламинат. Вот что с этой ванной комнатой сделать, я вам скажу. И вот можешь показать поближе? Душевая кабина здесь не будет установлена, здесь только есть сам душ, и раковины, и унитаза нет. Если вам это нужно в вашей комнате, вы можете убрать вот эту дверь и сделать купе. С правой стороны можно поставить, в принципе, раковину. Можно вообще, в принципе, это снести, у вас будет комната больше. Можно сюда стиральную машину установить и сделать с полочками прачечную. И также имеется у нас выход на балкон. Будем смотреть подробно. Это самое главное место в турецкой недвижимости. В этой нише устанавливайте блоки для кондиционера. Все выводки уже здесь имеются. Также у нас здесь стиральную машину устанавливаем и смотрим. Можешь отойти до конца, чтобы показать, насколько большая здесь площадь. Это у нас южная сторона. Оцените, какая длина, какая площадь этого балкона. Ой, все же новая недвижимость, конечно, это новая. Все окна выходят на юг. Это значит, что у вас весь день будет яркое солнышко.
Здесь у нас находится школа, так что если вы переезжаете с детками, будет вам удобно. Что касается магазинов и местоположения, около 600 метров до моря расстояние. Отсюда я вижу, вот где эти зеленые дома, это у нас улица Барбаросса, вся инфраструктура района Махмутлар здесь. А также отсюда буквально 2 или 3 минуты пешком, в той стороне тоже есть магазины. Прекрасно знаю этот район, потому что офис Arbat Homes находится тоже в пешей доступности. 3-5 минут вы будете идти до рынка, если не ошибаюсь, по пятницам. И вторничный рынок у нас минут 10-12 пешком в ту сторону. Итак, давайте подводить итоги. Мы сегодня находимся в Махмутларе, смотрим с вами две квартиры идентичные с отдельной кухней, 2 плюс 1, 115 квадратных метров. Квартиры новые, солнечные, с отдельной кухней. Что имеется в комплексе из инфраструктуры? Это открытый плавательный бассейн, это зона барбекю, это огромная-огромная беседка. Редко бывают, кстати, такие. Я думаю, что оператор отдельно покажет ее. Имеется также открытая парковка. Места предостаточно для всех машин. Здесь есть и тренажерный зал, дорогие мои, и детская площадка. Есть здесь все для вашего здоровья, для комфорта. Замечательный вид на горы, замечательный вид на море. Пока неизвестно, сколько будет айдат. Я думаю, где-то плюс-минус 150-160 лир. В доме 11 этажей. Новый дом, напоминаю, только-только сдали в эксплуатацию. Уже люди проживают, наверное, половина. Я просто по окнам, по шторам посмотрела. И цена, соответственно, 77 тысяч евро за обе квартиры. Это фактически 5-й и 6-й этаж. Я нахожусь сейчас на 6-м этаже. Вот эта панорама незабываемая. Античный город находится под охраной ЮНЕСКО, соответственно, никакой застройки там никогда не будет, дорогие мои. На сегодня все. 77 тысяч евро, 2 плюс 1 отдельная кухня. Татьяна Пикер, и пока-пока.